Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проводить Assassin's Creed 3. Ну что, у нас там повесить, котет? Ну что, пойдем. Мы тут нечистые. Ну погнали. Посмотрим, что здесь будет. Только слишком мало народу. О, Вашингтон. Что это такое было-то? Вы мне ножом что ударили? Чёрт вид, что там стоит. А при чем здесь не убивайте меня? Чё случилось-то? А чё на конях стоят? Нифига себе, вот эта баба, а. Ты не один. Дай знак, когда мы понадобимся. Забудьте обо мне, остановите Хики. Он... Вставай! Мы же не хотим опоздать. Ты просто хотел быть героем, да? И старина Джордж тоже. А награда невелика. Сосновый гроб и все. Братья, сестры, сограждане, несколько дней назад мы раскрыли ужасный заговор, столь мерзкий, что и сейчас тошно о нем говорить. Этот человек пытался убить нашего любимого генерала. Это так. Кто знает, что за безумие им двигало, нам неведомо. Сам он себя не оправдывает и не кается. Мы умоляли его облегчить совесть, рассказать нам все. Но он упорно хранит молчание. Раз он ничего не объясняет, не признает и не искупает вину, что еще нам остается? Он хотел послать нас прямо в пасть нашего врага. А мы отошлем его душу прочь из этого мира. Пусть Господь примет его душу. Надо остановить Хики. Иди. Иди, топор дал. Иди. Вот он, Павла. Да ё-моё, давай быстрей. Нет, не успел я это сделать, а. Один телохранитель всё-таки сдох. Ваше, кто он так мимо пробегает? Дьявол! Я надеялся прожить еще пару деньков. Жаль. Мне нужны ответы. Зачем Джонсон скупал земли моего народа? Почему целью Питкерна были Адамс и Хэнкок? Зачем убивать Вашингтона? Почему ваш орден поддерживает британцев? Мне почем знать. Тамплиеры, Ли и этот Хейтем. У них в руках деньги и власть. Вот почему я поставил на них, только поэтому. Они, конечно, что-то бредят про будущее. Но мне на все это плевать. Пусть себе поют про беды человечества. Пусть строят свои заговоры и ставят ловушки. Мне все равно. Они платили, я делал. Я не спрашивал, зачем и почему. Плевать. Ты решил помогать тем, кто хочет уничтожить все человеческое, потому что тебе это выгодно? А что не так? Я не дурак, какой жертвовать всем ради принципа. Что это вообще принцип? Его в банк не снесешь.
Не смотри так на меня. Мы разные люди. Ты, как блаженный дурак, гоняешься за радугой. А я человек простой. Мне нужны только пиво в одной руке, да бабья титька в другой. Но я могу получить, что хочу. И получал. А ты вечно с пустыми руками. Отстали! Отстали! Опустите ваши чертовы ружья! Этот парень герой! Генерал иногда бывает таким упрямым. Вздор, сказал он, когда мы предупредили его об этом. Вздор! Хватит! Он хотел убить генерала и чуть не убил вас. Он был негодяем. Но человеком. Хм, а вы верны принципам. Где Вашингтон? Мне нужно с ним поговорить. Укатил, как только ваша казнь пошла не по плану. Он уже на пути в Филадельфию, наверное. Значит, я тоже. Что-то не так? Он все еще в опасности. Хики был не один. Нам надо переодеться, интересно. Это я не успел охранника спасти. Твои достижения впечатляют. Что ты сочувствуешь? Это комплимент? Не пойми неверно. Я уверен, все кончится трагедией. Но зайти так далеко – это больше, чем я ожидал. Люди жаждали свободы, но боялись за нее драться. Этот страх исчез. Из-за тебя. Нет. Что, сюда идти надо? Они все сделали сами. Ты к себе несправедлив. Но ты всегда был скромен. Я делаю, что должно. Вот и все. Нельзя говорить ему. Я должен. Или он будет в опасности? Безопаснее ему не знать. Заронив зерно сомнений, ты разрушишь его стремление. Если Вашингтон замрет, Чарльз Ли нанесет удар, и случится то, что ты хочешь предотвратить. Охота на тамплиеров – твой долг. Но не впутывай этих людей. Окей, а ты что за дверь? Ну ладно, погнали. Надо держаться вместе. Ну да, лучше бы держаться вместе. А не то случись что, всех повесят по отдельности. И снова вы наш спаситель. Мне нужен главнокомандующий. Он умчался в Нью-Йорк. Британцы жаждут взять его. Боюсь, надо отозвать людей из Квебека. Легко заявить о независимости. Но теперь ее надо отстоять. Все-таки мы с ним не пообщались, что ли, получается, с Вашингтоном. Ну, окей. Все в порядке? Шон нашел второй источник энергии. Я попросил Ребекку заказать нам чартер. Куда? В Бразилию. О, Бразилию. Супер просто. В Бразилию едем. Одинаковые бабы. О, нас ищут. Что это такое здесь вообще? Как слышно, Ребекка? Плохая связь. Как слышно? Рад, что все работает. Попробую еще раз наверху.
И такую анимацию они странную сделали. Чё с чувством? Да, как странно он идет, поднимается по лестнице, как будто на картонах. О, а тут охрана, так понял, да? Теперь слышишь? Слышу хорошо. Какой план? По нашим данным, источник на браслете. А браслет у жены какого-то магната. Пытаемся определить ее координаты, но, скорее всего, она в вип-ложе на верхнем ярусе стадиона. Узнаю больше, скажу. Мне нужен билет. Билет? Честно, играть времени нет. Стащи у кого-нибудь. Не по-ассасински. Билет, тогда попробуй проскочить мимо охраны. Не похоже на простую охрану. Это не она. Это люди Абстерга. Кросс, наверное, тоже здесь. Будь осторожен. Так. Какая вся проблема? Тихо. Объект явно в VIP-зоне. Вход находится в конце вестибюля. Слишком много народу, да? Не забывай про орлиное зрение. Люди Абстерга, не дай им найти тебя. Сур, они поставили заслон. Да ё-моё. Давай, кстати, морду всем набьем, если будет нормально. Не парьтесь. Че, мы попались, что ли, вообще? Че это такое? Офигу поймешь, да? Давай все заново. Так, меня тут ищут. Вот идиоты. Не похоже на простую охрану. Это не она. Это люди Абстерга. Кросс, наверное, тоже здесь. Будь осторожен. Ты меня не знаешь. Ты меня потеряешь. Объект явно в VIP-зоне. Вход находится в конце вестибюля. Да блин, фигово. Слишком много тут народа. Здравствуйте, девушки. Попробуй орлиное зрение. Так, давай. Estamos procurando este homem. Se ver algo suspeito, fale com a gente imediatamente. Super. Они поставили заслон. Segurança! O que que é isso? Desça! Так, как тут пройти-то нам, а? Держись толпой, должен проскочить. Или найди обходной путь. Ele está aqui! Ele está aqui! O homem do cartaz! Кто придумал ставить эти корыта на стадионах? Мерзость! Кто решил, что это круто? Экономит время и деньги. Даже кабинок нет. А если мне по-большому надо?
Если вдруг понадобится, отруби микрофон. Так, смотрим дальше. А чё, где у меня орлиные? А, вот. Похоже, я уже близко. Черт, очередной заслон. Тебе нужно найти обходной путь. Тут не пройдешь. Тихо. Не ори нифига. Olha, aconteceu só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Давай. Muito. Ela é minha irmã, cara. A porra da minha irmãzinha. Всё, супер. Мы здесь. Внутри. Почти на месте. Только она по ту сторону арены. Как это по ту? Блин, тут так рано. Что стоим, ничего не делаем, общаемся с народами. Он нас не видит, это хорошо. Давай, иди отсюда. Пойдемте дальше. Здравствуйте. Он уже приближается, приближается. Бокс. Слушай, понятно. Ты же боишься, надо пройти над ареной по фермам, другого пути нет. Давай, ты уже близко. Источник в одной из комнат наверху. А куда идти-то надо? А? Понятно. Здравствуйте. Туда пробежал. Да мне надо. Я не пьяный тут. Дубль. Так, тут что у нас есть? Что тут вообще никого нет? Странно. О, стекло разбитое. Нифига себе тут поворот, а. Ну чем стрелять? Ты где он? Пойдите вы в жопу. Да блин, застрял, а. Уоррен, я облажался. Облажался. Да пошел в жопу. Ты чё, драться что не умеешь нормально, а? Нифига себе на кристалле. Живее! Беги к метро, придержу тебе поезд. Куда в метро бежать-то?
Да ё-моё, куда ты побежал? Да, перескочил все. Давай, давай, быстрее, быстрее. Ну, по идее, они расшекретить могут. Тут вообще никого нету. Так не успели что до меня добежать, дорогой папочка. Ха. Можем вернуться к Коннору, когда будешь готов. Если не хочешь сначала подрубить источник, выбирай. Так, по идее у нас открылся вот здесь вот, можно сказать. Что есть? Он не приложен, не изменен, существует объективно или ждет, пока его откроют? Или его можно изменить? Может, не ответ? И решили, что он... Они позволяли подвергать, управлять, вложить. А потом мы сделали открытие. Когда мы разделили многих, их мысли обрели форму. И стало. Если сотня умов может создать стену или дерево, на что способна тысяча? 10 000? 100? Как изменить соглашение и отвести беду? Мы решили запустить прибор на орбиту, чтобы охватить всех. Там его должна была активировать фраза «Защити нас». Так мы изменили бы реальность. И спасли мир. Но нам не удалось. В небо уходили десятки машин. Но как нам управлять ими? Как направить луч? Как подчинить мир? Как сказать слова? Эта попытка оказалась рискованной. Но новая была еще опаснее. Понятно. Люди прошлого, да. Так. Нам сюда, сюда, сюда. Вот так. О, молодчина. Нифига себе поворот. Я такого не ожидал тебя. Изменить прошлое. Но мы не знали, как. Зато мы могли смотреть вперед. Мы искали ответа, что ждет нас и что придет после нас. Первый вопрос был, добьемся ли мы своего. Но ответ всегда оставался один. Мы обратились к другому, но одно не меняло. Вы зовете ее Минерва. Потом и она перестала искать. И начала говорить. Она воззвала к нам сквозь время, в надежде спасти вас. Она скрыла послание там, где никто, кроме вас, не мог их найти. Невероятно. Я устал. Загадки, предупреждения, угрозы. Да что вам надо? Помнишь в числах? И мы были в глазах наших. Пред ними, как сранча, такими же были мы и в глазах их. А теперь представь, что объясняешь все это двухлетке.
или сранче. Воля богов неисповедима. Так оно и есть. Буквально. Ты знаешь, я убил ее. Убил Люси. Это было яблоко. Юнона. Я знаю. Я видел, что было бы иначе. Я мог остановиться, то есть... Меня принуждали. Но я мог противиться. Я выбрал убить. Дезмонд. Люси хотела предать нас и вернуть яблоко в Абстерго. Я видел, как запускали спутник, как его включали, а потом... Провал. Неважно, что по ту сторону двери. Это на руку Юноне. Надо быть осторожнее. Ну что, давайте все, камень здесь, да? И это еще не все. Вот она ждет нас. Теперь думаю, как до нее пройти, что ли? Что-то я юмора не понял. Ты тут сможешь пройти? Да ладно, ты пролезть сможешь, ё-моё, а. Так, смотрим, что тут можно сделать, а. Короче, понятно, так просто так не дадут мне пройти. Так, что у нас здесь? У нас здесь ничего нету. Да ё-моё, ты куда ты всё лазишь-то? А тут что у нас? Только спуск, да? Да ё-моё, куда я спустился вообще? Нет, это не то, что я хотел. Еще раз попробуем наверх. Здесь я не пройду. Просто так. Тут то же самое. А сюда залезть я смогу? Нет. А еще выше можно? Это не то вообще. Что-то я тут не знаю, какое есть. Это не вариант. А может вариант? Но не можешь забраться. Так, а обратно можно. Не пойдет. Вот какая-то фигня здесь есть. Ты тоже можешь зацепиться, по идее. И тут можно. И ты такой силы не имеешь, как Коннор.
Опа-на, тут что-то есть. Ну понятно было дело. Вот и мы здесь. Здравствуй. Интересно, что храм расскажет сегодня? Понять, все по прямой у нас проход будет. Ну все. Теперь у нас вот там открыто. Ворота. Можно сказать. Так, теперь как мне тут спуститься-то? Нам не сюда. Вот сюда. Что-то я заблудился уже. Но и тут закрылись. Отчуми просто, закрылись, а. Не значит, мне надо было прыгать там, что ли? Супер просто. Значит, там. Так, где же куда-то все залезть-то? Давай сюда. Нифига себе, какую высоту спрыгнул. Говорю вам, там внизу что-то есть. Ребекка, не глупи. Не знаю. Может, они спали, а мы их разбудили? Ну, вроде... крионики или гибернации. То есть, откуда нам знать, что они там делали? Они работали над разными решениями. Все без толку. Перебирали одно за другим, а потом... не знаю. Видимо, они ушли уже после. Интересно, каким стал бы мир, если бы у них вышло? Мне интереснее, что будет, если не выйдет у нас. Спасение. Они нашли... поздно, но не для вас. Печать, защита, теперь преграда. Найди ключ. Прошлое подскажет. Нажмите на любую кнопку. Ну, какие новости? Разузнал там что-нибудь интересное? Они до конца работали над странной затеей. Пытались создать новые тела и запихать разум в компьютер. Сплошь неудачи. Тяжело им, наверное, было. Мне тоже не по себе. То есть они говорили, что там есть что-то, что нам поможет, но что это? И почему оно заперто, если оно нам нужно? Не знаю. Может, оно опасное? Может, важно, чтобы только ты его достал? И это второй вопрос. С чего я такой особенный? Наверное, узнаем, когда откроем дверь. Понятно. Ну, я думаю, на этом мы остановимся. Увидимся в следующей серии переброжения. Всем вам удачи и пока.